Ну что, пришла мне посылочка. Я иногда заказываю товары в разных магазинах на пробу, так сказать. И вот хочу показать, что я заказала в этот раз. Это была совместная закупочка. Так. Здесь у меня от продавца открытка небольшая. Скорее даже рекламный проспект. Яйчата. Пасхальные подарки. Лепта арт. Хорошо. Продолжим. На самом деле, вот таких распаковок у меня было уже очень много. Но, как вы помните, поскольку у меня в один период сломалась камера, большинство из них у меня пропало без вести. Просто не записалось. А я об этом и не знала. Я заказала канитель в большом количестве, потому что там было относительно недорого, скажем так, очень недорого. Но какая красивая канитель. Где же она была, когда мы чертополох вышивали? Открываю нашу пупырочку. Значит, я заказывала канительки, цветов которых мне не хватало. У меня вот такой яркой зеленой канители не было. Блин, как же мне ее не хватало пару дней назад, когда я вышивала чертополох. Я думаю, было бы интересно попробовать. Но в любом случае он получился прикольный. Я думаю, ничего страшного, можно будет попробовать в другой брошке. Здесь у меня зеленая канитель. Вот это чуть более теплого цвета, это чуть более холодного. Здесь ориентировочно 5 грамм, здесь 10. Скорее всего. Хотя нет, по идее я по 10 заказывала, просто здесь пакет маленький. В общем, резюмирую. Здесь мягкие канители, двух чуть разных оттенков, по 10 грамм. Качество сейчас мы посмотрим. Ой, как я люблю ее трогать. Без каких-либо дефектов, заломов, все выглядит достойно. Ну, вот такие вот незначительные заломы, они, в принципе, не страшны, их немного. Так. Убираем. Канителька диаметром 1 мм. Это такая же, тоже мягкая. Убираем в сторону. Еще я взяла вот такую винного цвета витую канитель. О, какая она шикарная. Такой богатый цвет. Глубокий, очень красивый. Я думаю, можно будет найти ей отличное применение. Убираем. Вообще, думаю, надо поработать над хранением канители, потому что в пакетиках как-то неудобно. Я их складирую в коробочке. Но, думаю, надо это пересмотреть. Вот столько у меня пришло черной канители. Я решила одним махом закрыть свою потребность в черной канители на годы вперед, наверное. Смотрим. Выглядит хорошо. Вроде нигде нет никаких участков подозрительных, облезших. Почему на этом акцентирую внимание? До этого заказывала, точнее, вру, я не заказывала, я покупала в офлайн магазине черную канитель, и по пришествию домой я увидела, что она облазит. Вот это было грустно. Возможно, это тоже будет облезать, но надеемся, что этого не произойдет. Ой, ладно, потом буду отдирать от клея. А то сейчас попорчу ее. Уберем. Уберем. Так, вот такой немножко у меня трунцалки. Трунцал красивый тоже, чумовой цвет. Медно-золотой. У меня есть такого же цвета, но, по-моему, чуть большего диаметра. Дальше. Такой черный трунцал. Нормальный абсолютно.
Далее вот такой у меня салатовый цвет канительки есть, тоже мягенькая. Так, еще я заказала вот такие ниточки. Нитки для вышивания, для вышивки. Здесь по 25 метров. Обычно там девочки больше заказывают. У меня был довольно-таки небольшой заказ относительно, я думаю. Другие девочки заказывают поболя, чем я. Но, тем не менее, продавец пошла навстречу. Она дала мне вот два небольших мотка по 25 метров. За что и большое спасибо. Дальше. Вообще, из-за чего был весь сыр-бор? Я изначально хотела заказать себе жемчуг. Такой жемчуг у нас не продается на рынках и на различных выставках. Такого калибра, если может быть еще можно найти жемчуг, то вот такой жемчуг нигде уже не найдешь. Это только надо искать в специализированных магазинах. Я даже сейчас покажу, какой здесь размер. Это называется жемчуг рис. Да, как рис, да, его сравнивают. 2-3 миллиметра размер. Этот покрупнее. 5 миллиметров в среднем. Да. Очень давно хотела. И наконец-то заполучила. Вот у меня две ниточки такого. И две ниточки такого. Вообще, я очень люблю жемчуг. У меня есть разные виды жемчуга для рукоделия. Здесь там, допустим, вот такие. Вот это вот у меня заготовка. Ой, обожаю жемчуг еще необычного цвета, когда вот темные какие-то с отблесками, с какими-то щербинками, неровных цветов необычных. Вот такая у меня получилась закупка. Скоро мне придет еще одна посылочка. А до тех пор прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. И я буду больше показывать. И жмем на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А также смотрите другие мои видео, мои мастер-классы. Жду от вас отзывов, комментариев. Всех целую. Спасибо всем за внимание. Пока!